Всем привет! Видео с подоконника, сайт Дом Пряжи. Сегодня я хочу показать вам новинки июньско-июльской поставки. Если видео получится больше, чем одна минута, чтобы выложить в Инстаграм, соответственно, вы можете посмотреть его попозже в сервисе телевидения на Инстаграме или, например, на нашем канале в Ютубе. Итак, показано, сколько разная бывает альпака. Я уже показывала обзор по альпаке Фил. Это немножечко другая альпака. Вот есть такая ровница у нас. Такого серо-меланжевого цвета. Это Печефилати, Белония, меланж. И она же вот в таком приятном бежевом цвете. Пряжа мягкая. Вот смотрите, какую она имеет структуру нити. Пушистость. Есть вот такая смесовка с альпакой. Вот такая вот. Такой оливковый цвет. Немножко другая структура. Такой пушистости незаметно. Не знаю, как будет после стирки. Возможно, пушистости больше будет. Теперь вот такая смесовка с альпакой. Такой красивый малахитовый цвет морской волны. Вот такая она. Показываю вам название. Видите, у нее даже итальянцы цвет колора назвали «Боттилья». «Боттилья» — это по-итальянски «бутылка», то есть как бутылочное вино. Ну, уж больно красиво она для бутылочного вина. И вот два вот таких вот цвета. Это артикул, читаем, Scott, хороший метраж. Здесь вот такие интересные цветовые переходы. На видео получается чуть светлее, в жизни чуть приглушеннее, больше горчичного цвета такого. Вот именно как горчичники. Вот такая красота. И такой же артикул вот в таком красивом терракотово-винном цвете на темной основе. Это все смесовки с альпакой, повторюсь, из нашей июньско-июльской поставки. Да, и посмотреть можно на нашем сайте, соответственно, в разделе с альпакой или в разделе новинки июнь-июль 2018. Всем приятного вязания, всем добра, всего хорошего!